Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Мужчина выстрелил себе в лицо, чудом остался жив, но при этом рискует попасть под уголовку. Эта история произошла в Азаричах под Калинковичами. Мужчина решил почистить свое охотничье ружье, но при этом не проверил в стволе патроны. Как результат, выстрел прямо себе в лицо. Но и на этом его злоключения не закончились, ведь разрешения на хранение оружия у него не было. А в белорусских школах все-таки появятся священники. Они будут учить духовности и патриотизму. Как пишут «Сильные новости», с нового учебного года в белорусских школах вводится новый факультатив. Учебник уже приняли на республиканском педсовете. А преподавать будут священнослужители, выпускники духовных школ и педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации. А еще в Гомеле мужчина едва не утопил свой внедорожник, который спускал лодку в реку. Это произошло на восточном обходе. Мужчина подъехал к самой кромке воды, и та скатилась в реку. На помощь пришли очевидцы. Они вытащили машину, в салоне которой было много воды. Но, судя по кадрам, водителя это не сильно расстроило.